Всем привет, с вами я, Ася, и в этом видео я покажу вам распаковку двух киндеров Hello Kitty. И, по-моему, там основная серия, так как сзади код Ашка. На всякий случай, то, как бы я уже проверяла один раз это, что на киндерах Hello Kitty, на которых написано Ашка, ну, в них находится серийная игрушка. Но единственное, только у второй волны, то есть, ну, как сказать... При выпусках вот такие коды. Если вы видите, что на яйцах сзади беленькие коды, то как бы вы определить не сможете. А если черненькие, то либо HKB, либо HK. Если HKB, это не серия, если HK, это серия. И давайте раскроем. Начнем, пожалуй, с вот этого. Вот такой вот Kinder, Hello Kitty и другие игрушки. Kinder Surprise, HK. Основная серия, как я и сказала. Шоколад мы откладываем. Открываем капсулу. Та-та-та. Та-та-та. Ой. Это что-то новое. Ну что? Так. Так. Это у нас зимняя Hello Kitty. Это круто, так как ее у нас не было, то где вкладыш? Я ее хотела. Вот так вот это все выглядит. Я не буду выключать камеру, так как опять-таки повторюсь. Я не считаю это нужным. Я просто сейчас буду разговаривать с вами, а в это время собирать диораму и наклеивать наклейки. Так. Очень красивая Китти, очень красивая коллекция, все хорошо проработано, мне нравится. Второй вот такой киндер. Основная серия, как ожидалось. И тут у нас та-та-та-та-дам! Тоже новая Китти. Это Китти с пижамой и с кроваткой. Да, это она. Страшно, сейчас все сделаю. Так. Ну, наклейки они. Конечно, Китти кровать, правда, не ее размера немножко. Ну ладно. И диораму еще мы тоже соберем. Так, диораму у нас комнаты, конечно. Так, беру, покажу вам. Я не готова. В сторону наклеила.
наклейку. Что бывает, когда вы торопитесь, либо не понимаете, на что собираетесь. Все, я переклеила, все хорошо, все ровненько. Все, слава богу, получилось. Вот он, кровать. Видите? Сейчас я вам покажу папочку. Вся коллекция, у нас раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь фигурок, у меня уже есть четыре. С вами была Ася, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, пишите положительные комментарии внизу, оставляйте свои видео, ответы под видео. Всем пока, с вами была Ася.